Учения поистине масштабные. Немного цифр. В них принимают участие более 3000 военнослужащих Каспийской флотилии, свыше 400 единиц техники, а еще авиация и флот. На полигонах развернуты наблюдательные пункты, организовано сторожевое охранение и проведено инженерное оборудование обороняемых участков. Я впервые участвую в таких крупномасштабных командных учениях. Это является итоговой проверкой нашей готовности, нашего подразделения к выполнению задач по предназначению. Это накладывает на меня большую ответственность перед командованием флотилии и округа. Кроме того, более 30 кораблей флотилии проведут стрельбы на Каспии по надводным и воздушным целям. В их составе находятся ракетные морские судна «Дагестан», «Калибр» и «Град Свияжск». Цель учения – проверка степени готовности Южного военного округа к локализации и разрешению вооруженных конфликтов. Кроме того, немаловажную роль играет и проверка готовности вооруженных сил России и государств-партнеров к защите национальных интересов. Для этого участие в учениях «Кавказ-2020» принимают воинские формирования нескольких стран – от Армении и Белоруссии до Пакистана, Мьянмы и Китая. Патимат Ханапов, Дауд Гасанов, новости ННТ.